Возведем 327 в квадрат. Сначала нужно возвести 27 в квадрат. Как это сделать, рассказано в видео по ссылке в описании. Получаем 7u7 49, дважды 7u2 28, 2 в квадрате 0,4 и суммируя с наложением, получаем 0,729. 0 впереди нужен для дальнейших шагов. Теперь 3 умножаем на 7 и на 2, получаем 42. 42 нужно добавить к числу, образуемому двумя первыми цифрами числа 0,729, то есть к 0,7. Значит, в итоге получаем 49,29. Но это еще не все. Возьмем первые две цифры числа 327, то есть число 32, и начнем возводить его в квадрат. Но не до конца, двойку возводить не будем, так как ее мы уже использовали при возведении в квадрат числа 27. Таким образом, 3жды 2жды 2 – 12, и сразу же суммируем 49,29 с наложением. Получаем 16,929. Потом 3 в квадрате 0,9 суммируем и окончательно получаем 106,929. Еще пример. 768. 8u8 – 64, 6u8 и на 2 – 96. 96 до 64 дает 1024. Потом 6u6 – 36, до 1024 дает 46,24. 68 в квадрат возвели, но дело в том, что можно не записывать 46, если вы решаете письменно. Пишите только 24. 46 можно оставить в уме, так как теперь нужно 7 умножить на 8 и на 2. А потом этот результат прибавить к 46. Получается 15824. Ну и здесь можно не писать первые цифры, так как это еще не окончательный ответ. Возводим 76 в квадрат, но не полностью, так как цифра 6 уже была задействована в расчетах. Итак, 7u6 2 84, добавляем к 15824, получаем 99824. И тоже пишем только 9824. Последним шагом добавляем 49 к девятке, получаем 58 и ответ 589824.